Ребята, всем привет! У нас опять тут пришли холода, уже целую неделю практически держится нормальная такая зимняя температура, даже несмотря на то, что март. Сейчас вот минус 18, вот еще недельку где-то будет стоять такая погода, вот, и потом уже пойдет основательное весеннее потепление. Тут вот за моей спиной река, но она здесь не замерзает никогда, потому что идет приток теплой воды с гидроэлектростанции. Вот. Я что хотел сказать. В общем, непонятная такая ситуация сейчас происходит и в мире, и в частности на Ютубе. И прошла информация о том, что Ютуб, скорее всего, через пару дней заблокируют, потому что там, ну, как я понял, Роскомнадзор предъявил определенные требования к Ютубу о том, чтобы он восстановил доступ к некоторым правительственным каналам. Ну и, соответственно, сейчас все будет зависеть от того, как себя поведет Ютуб. Вот. Ну и, собственно говоря, у нас есть с вами буквально несколько дней для того, чтобы хотя бы как-то, ну, что называется, подстраховать свои собственные позиции, да, или как это назвать, я даже не знаю. Короче говоря, приходится переезжать на другие площадки, на другие платформы. В общем, зарегистрировался я на Яндекс.Дзен, зарегистрировался я там, ну, где-то с полгода назад, заливаю туда большое количество видеороликов, потому что они у меня все были сохранены, то есть веду там канал, оставлю я вам ссылку в описании на него, то есть кому интересно мое творчество, то пожалуйста проходите, подписывайтесь. Вот также ребята надоумели создать канал на Рутубе, ну как бы непонятная вообще, если честно, платформа этот Рутуб. Наверное, будет со временем он все равно тоже развиваться как-то. Вот. Ну, там тоже создал канал, загрузил туда 3 видео и пока вот оставил, как есть оставил. Вот. Также есть еще один вариант. Если даже YouTube заблокируют, то можно обойти блокировку через VPN. VPN — это такая штука, которая меняет, ну, как-то цифровым методом каким-то своим меняет ваше местоположение. То есть вы его включаете, и получается, что местонахождение вашего телефона, оно меняется. Вот, соответственно, блокировка к YouTube снимается, и вы точно так же спокойно смотрите его. Вот. В общем, в связи с этими всеми изменениями, которые сейчас происходят, я что хотел сказать. То, что видосы снимать я не перестаю. Видео, как выходили, они так и будут выходить. Скорее всего, они будут выходить на Ютубе. Но также все это дело будет дублироваться на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Также меня просили создать вместо Инстаграма канал в Телеграме. Я его создал. У нас там уже сейчас примерно 200 человек. И я вам всем конкретно передаю привет, кто сидит в Телеграме. В общем, ситуация вот такая. Сказать тут особо даже и нечего. Если будет блокировка Ютуба, то будем пытаться каким-то образом все это дело обходить. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Подписывайтесь на канал в Рутубе. Подключайте VPN. И оставайтесь на связи. Скоро у нас весна. Скоро у нас будут интересные, я думаю, что интересные рыбалки. Рыбалки, скорее всего, будут у нас на поплавок. Есть у меня много интересных задумок и идей на этот сезон. Так что я думаю, что с вашей помощью все это получится. Я, если честно, никогда не записывал такие видеообращения к своим подписчикам. Но обстоятельства заставляют это делать. Я думаю, что большая часть из вас, кто ценит мое творчество по достоинству, перейдут, подпишутся и будут каким-то образом поддерживать мой энтузиазм и мое творчество. По крайней мере, для вас это будут хорошие видосы, а для меня это будет стимул работать дальше. В общем, ребят, все. Всем пока. Ни хвоста, ни чешуи. Берегите себя. Оставайтесь на связи. Всем пока.